Я хотел бы привести мое собственное объяснение. Опять же, я уже сказал о том, что далеко не все объясняют все таким же образом, но, тем не менее, я считаю, что мое объяснение вполне разумно. Однако это одна из тех областей богословия, где мы должны сказать о том, о чем мы думаем, и привести доводы, объяснения. Но мы не вправе быть крайне догматичными, как в случае других доктрин, которые очень ясно объяснены в Писании. Что касается меня, то мне кажется, первая глава послания к Римлянам крайне важна для обсуждения этого вопроса. И почему же так? Что ж, Павел пишет, что каждому человеку дается достаточно откровений, чтобы понять, что Бог существует, и получить какое-то представление о том, каков Он. Павел также пишет в послании к Римлянам 1 главе, что люди, которым было дано такое откровение, отвергли его. Они даже не попытались сами жить в соответствии с той истиной, которая была им явлена в общем откровении. Итак, что же сделал Бог? Перестал ли Бог посылать людям откровение? Нет. В ответ Бог послал еще откровение, откровение о самом себе. И что же люди сделали? Что ж, они и это откровение отвергли, и вместо этого стали погрязать в неправедности. И что же сделал Бог? Отнял ли Он у них то откровение, которое уже дал? Или перестал посылать новые откровения? Что ж, Он не сделал ни одного, ни другого. Вместо этого Он посылал новые откровения. Что ж, вы, возможно, думаете про себя. Ну да, я со всем этим соглашаюсь, но в чем же суть? Вот в чем суть. Если люди отвергают то откровение, которое послал им Бог, и в то же время Бог продолжает посылать новые откровения, то разве не разумно будет предположить, что если бы люди приняли то откровение, которое Бог им послал, то Бог бы позаботился о том, чтобы они получили больше откровений? Если Бог посылает больше откровений тем, кто отвергает первоначальное, почему бы не допустить, что Он будет давать больше откровений тем, кто принимает и живет согласно Ему? Но, конечно, в первых трех главах послания к Римлянам Павел дает понять, что никто, основываясь лишь на собственных устремлениях, не желает принимать Божье откровение и жить согласно Ему, жить так, как Бог этого хочет. И единственный путь для принятия вами этого откровения — это если Бог совершит в вас работу, вложит в вас намерение идти навстречу Богу, навстречу принятию этого откровения и жизни в соответствии с Ним. Итак, давайте вернемся к нашему вопросу. Что ж, все это значит то, что если Бог посылает новые откровения тем, кто отвергает первоначальные, вполне разумно предположить, что Он будет посылать новые откровения тем, кто принимает общее первоначальное. И Он сообщит таким людям, как им спастись. Что ж, если вы думаете, что такое невозможно, то вспомните историю о Филиппе и эфиопском евнухе. Да, у него был доступ к Библии, но он не понимал ее. Да, мы можем сказать о том, что он не нуждался в новом откровении, он нуждался в озарении. Но все-таки я хочу донести ту же самую мысль. Здесь перед нами тот, кто имел некое откровение. Он желал его понять. Он хотел жить в соответствии с этим откровением.
И что же сделал Бог? Бог позаботился о том, чтобы он получил больше откровений, больше информации. Бог послал Филиппа и объяснил ему Писание. И в результате служения Филиппа в его жизни он принимает Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Что ж, вы можете думать про себя, но это все здорово. Да, так было в случае с Филиппом и эфиопским евнухом. Но ведь, скажете вы, нельзя забывать о том, что у евнуха был доступ к Писанию или хотя бы какой-то его части. Но что же мы скажем о тех людях, которые никогда не держали в руках Библию, о людях, которые никогда не встречались с миссионером? Что же мы скажем об их ситуации? Что ж, я думаю, написанное Павлом в первой главе Римлянам дает нам ответ. Если те люди, которые никогда не имели доступа к Библии и не встречались с миссионером, готовы жить согласно тому откровению, которое им Богом послано, то Бог позаботится о том, чтобы они получили больше информации, вплоть до всей необходимой информации, чтобы они обрели спасительную веру в Иисуса Христа. Павел пишет о том, как мы уже сказали, что нет ни одного человека, который был бы полностью оставлен один на один со своими желаниями и захотел бы при этом жить в соответствии с тем откровением, которое получил. И все люди, когда вы дочитываете третью главу, то понимаете, что все люди виновны перед Богом. Кому-то из них было дано только общее откровение, кому-то было дано общее откровение и Писание, но все люди, предоставленные самим себе, отвергли истину и потому виновны. Что ж, вы, возможно, все еще думаете, что ж, все это разумно, но как Бог пошлет им дополнительную информацию тем людям, которые никогда не встречались с миссионером, тем людям, у которых никогда не было копии Писания, но они на самом деле хотят жить в согласии с тем откровением, которое Бог им дает. Бог проделал в их сердцах работу, и они готовы следовать тому откровению, которое у них есть. И вот здесь, как мне кажется, особенно полезен текст, который записан в книге Иова. Вы, может, думаете про себя: «О, брат, разве ты не знаешь, что многое из того, что написано в книге Иова, впоследствии опровергнуто самим Богом?» Да, я знаю об этом. Я знаю о том, что многое из того, что сказали Иову его друзья, хоть и звучало красиво, на самом деле было неверным. И я также знаю о том, что то, что сказал Иов в ответ им, также было неверным. Но это не означает, что все, что сказал Иов, было неверным. И это не означает, что все, что сказали друзья Иова, было неверным. Вы можете сказать: ну и что? Какое это имеет отношение к тому, о чем мы говорим? Что ж, есть один стих, один текст в 33 главе книги Иова. Это стихи с 15 по 18. Елиуй обращается к Иову, и он пытается ободрить его. Он говорит ему о том, что Бог желает, чтобы Иов исправил отношения с ним. А Бог сделает все необходимое с его стороны, чтобы возродить отношения с ним. Что ж, Елиуй был неправ в том, что Иов был страшным грешником. Но то, что он сказал Иову о том, как Бог может открываться человеку, то это прямо в десятку, как мы говорим. Абсолютно верно. Что ж, я думаю, нам нужно начать с 12 стиха. Илиуй говорит: «Вот в этом ты не прав. Отвечаю тебе,
потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с Ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих. Очевидно, он здесь говорит о жалобах Иова. Но затем заметьте, что говорит далее Илиуй. Он говорит, Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз. Но как? Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом, и далее, и далее, и далее, говорит к людям. Итак, что же говорит Илиуй? Илиуй говорит, «Иов, тебе нужно исправить отношения с Богом». Конечно, Иову надо было что-то поменять в своем мышлении, но не до такой степени, как думал Илиуй. Но Илиуй совершенно прав, когда говорит, «Бог может убедить тебя в какой-то истине, Он может обратиться к тебе и изменить тебя». Как? Во сне? В видении? В нашем мире есть люди, которые никогда не видели миссионеров, никогда не видели Библию, никогда не слышали об Иисусе Христе, и живут они в самых удаленных частях этого мира. Но, несмотря на это, Бог может донести весть Евангелия до них. Как? Во сне, в видении. Он также может послать им ангела. Но мы обычно, когда слышим кого-то, кто говорит, что вот Бог мне что-то открыл во сне или в видении, мы обычно все это воспринимаем скептически. И, скорее всего, так и надо это все воспринимать. Если мы слышим это от человека, который живет в обществе, где Библия доступна каждому, и Евангелие распространяется свободно. Но это нельзя сказать о всех людях, о всех местах, во все времена. Итак, как можно считать кого-то ответственным в наше время за отвержение Христа, если они никогда не читали Библию и никогда не видели миссионера, потому что у них было откровение от Бога, и Бог и может, и хочет послать им больше информации, вплоть до евангельской вести о том, как спастись, чтобы они могли получить спасение, если они будут готовы принять первоначальное откровение. Но, конечно, никто из нас, предоставленный сам себе, не будет этого делать. Бог также должен будет совершить свою работу в сердце человека, чтобы сделать его желающим жить в соответствии с тем откровением, которое было послано, и ожидать от Бога большего. ТВ-семинария – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, я обычно не строю рассуждения, основываясь только лишь на личном опыте. Поэтому то, что я сейчас скажу, не является непровержимым доводом. Это, скорее всего, лишь иллюстрация. Я помню, когда я впервые преподавал студентам на эту тему, и это было в первые года моего преподавания здесь, когда я только начал преподавать. И к моему удивлению, когда мы говорили об этом, нашелся студент. Он поднял руку и сказал, «Все это очень интересно, и я хочу поделиться с вами одной историей. Я из семьи миссионеров, и мы жили в удаленном месте Африки.
И он сказал, что было одно племя, которое приняло весть Евангелия, но никто из этого племени никогда не видел белого человека. Но когда удалось добраться до этого племени и поговорить с людьми, дать им Библии, рассказать о Христе, то люди из этого племени стали рассказывать им, что в течение какого-то времени многим из них снился сон, и, по всей видимости, не один раз. И в этом сне им было сказано о том, что скоро к ним некто придет, и этот некто будет белым человеком, а до этого они никогда не видели белых людей и ничего не знали о них. И во сне им было сказано, что придет белый человек, и этот белый человек расскажет им одну историю. И когда они услышат эту историю, они должны будут поверить. И в конце концов миссионеры приехали к ним, рассказали им историю об Иисусе, дали им Евангелие, и это племя приняло Христа. Конечно, у нас нет возможности поехать туда и проверить, насколько все это правда. Но, если честно, у меня нет оснований считать, что то, что рассказал мне этот студент, было всего лишь его выдумкой. И вновь я хочу повторить, что это не довод, не аргумент в поддержку того объяснения, которое я только что привел. Это всего лишь иллюстрация, призванная продемонстрировать, что то объяснение, которое я привел, те доводы, которые я использовал, имеют право на существование и могут быть верны. Быть может, такого никогда не происходило на самом деле в жизни этого студента и его семьи. А может, и происходило. Но было ли это или не было, это само по себе ничего не доказывает, что касается того объяснения, которое я вам привел. Но для меня это говорит вот о чем. Одно дело иметь в голове некую теорию о том, как это могло бы произойти на самом деле, и гадать о том, есть ли какой-либо возможный путь, как это может быть в реальности. И эта история стала напоминанием мне самому о том, что, знаете, иногда надо спрашивать самих себя, вот то богословие, которое я преподаю, которого я придерживаюсь, а как-то соприкасается ли оно с реальностью? И здесь я могу сказать, что да, соприкасается. И даже если такое событие никогда не происходило, каким бы ни было наше объяснение, оно должно согласовываться с реальностью. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.